Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. Чтобы понять, что происходит с сайтами знакомств, давайте будем называть вещи своими именами. Сайты знакомств – это, по сути, маркетплейсы, на которых женщины себя продают, а мужчины их покупают. Идея на самом деле была неплохая, потому что позволяет и мужчинам, и женщинам экономить время. Но проблема в том, что отсутствует контроль за продавцами. Когда продавцы массово неоправданно завышают цену, обманывают в описании товара и требуют деньги, но не присылают товар, покупатели с такого маркетплейса уходят. Остаются или не совсем психически здоровые продавцы и покупатели, или те, для кого сайты знакомств – это просто способ провести время, а они ничего не покупают. Поэтому интерес к сайтам знакомств и снижается. А чего туда заходить, если толку все равно нет?